какая погода настигла нас. Все машины стоят. Это просто ужас. Мы не можем ехать. Идет град, товарищи, град. Летний град. Ну, посмотрите. Ну, а такой стихии не увидишь. Просто все заливает, машины стоят, не могут двигаться. Град. Это мы находимся под Полтавой на трассе Киев-Харьков. Пипец, просто пипец, уровень воды все выше и выше. Некоторые рискуют ехать, мы не из таких, потому что дальше Полтава, а в Полтаве дороги просто нет. Мы будем ехать. Что, едем вслед за дождем?